Основной удар снежной стихии, как предупреждали синоптики, пришелся на север региона. В Хабаровске сильные осадки, скорее всего, не будут. Тем не менее, определенное негативное влияние на жизнь краевого центра циклон окажет. Это выносная область, из которой была в Николаевске вчера днем. Сейчас она сместилась южнее на Комсомольск. Ну, там идет снег, и видимость 2000, даже такое нормальное, как бы неблагоприятное явление, но не страшно еще. В ближайшие дни у нас сохранится неустойчивая погода. Особенно вот в северных центральных районах у нас сохранится там снег. В южных районах, это в основном, конечно, только северная часть Хабаровск и прилегающие к нему районы, небольшой снег. Сохранится до 11 числа, днем 11 мы уже ждем улучшения, больше и прояснения в погоде, больше солнца. А пока, на данный момент, это сохранится с ветром, пока ветер умеренный, но вероятность усиления ветра по долинам рек до 10-15, это уже завтрашнего дня будет. На побережье ветер будет усиливаться до 12-17 метров в секунду.